Выпускница Одесской юракадемии, спортсменка клуба «Мангус» продолжает добиваться успеха. Недавно она вернулась с чемпионата мира по грэпплингу, который прошел в Астане. В ее активе золото и серебро. Также Ковальская стала чемпионкой Украины по самбо в Черноморске и в ноябре отправится в Южную Корею на чемпионат мира. В Одессе спортсменка провела открытую тренировку для студентов. В своих достижениях и победах Галина отмечает поддержку тренеров и родного вуза. В академии созданы все условия для настоящих чемпионов. Очень приятно, что меня поддерживают, хотя я уже несколько лет здесь не живу, но все равно продолжаю выступать по грэпплингу за клуб «Мангуст». Также хочу сказать, руководство академии в лице Сергея Васильевича Кивала всегда поддерживало на пути к успеху в спорте и в учебе меня, так же, как и всех профессиональных спортсменов в академии. В юридической академии всегда открыты борцовские залы, тренажерные залы, вот стадион отличный, открыто, а в открытом доступе для студентов, и они могут здесь заниматься, проводить свободное время, даже не профессионально, а просто вот с удовольствием.